Да, с вами вновь Денис, и чё-то у меня не очень хорошие новости по поводу прошлой части, потому что там получается то ли из-за записи видео, то ли из-за конвертации видео приблизительно с 22 минуты начались какие-то графические артефакты, проблемы. Я надеюсь, что это из-за конвертации. Вот, так что с 22 минуты придется потерпеть 10 минут, чтобы досмотреть видео. Там ничего важного в принципе не было, было только собирательство, но получается пол видео конвертировалось или записалось нормально, а оставшиеся 10 минут было просто жопа. Надеюсь, в этой серии этого не будет. Так что приступим. Так, в прошлый раз мы остановились приблизительно здесь. И я сказал, что здесь будет какой-то трэш. А, то есть нам не дают так пройти? Ну да ладно. Так, ну я надеюсь, что эти графические артефакты я исправлю. Больше таких проблем не повторится. Это я вам обещаю. Если это, конечно, не бандикам. Так. Прям сеновал. А, вот твое убежище, да? Пока, чувачок. Это ничего. Так, а что вообще тут делать? Что тут делать? Да. Где и как? А, забраться. Что-то я не сразу понял, что тут забраться. Да добирайся ты до этой фигни. Честно, я вообще не думал, что будут графические артефакты. Это вообще редко бывает. Так что можно обвинять либо Bandicam, саму записывающую программу, либо конвертатор. Ну ладно уж, не будем уже на этом зацикливаться. Главное, что ничего важного в том куске не было, только собирательство. И все. Ага. Так, а для чего мы это все сделали? Вопрос. Ладно. Так, отвали. А, все вижу. Воу.
предупреждай, когда в следующий раз будешь стрелять, окей? Так, а по сюжетке нам туда или сюда? Надо бы поосторожнее, вдруг он проснется. А вот и он, храпит без задних ног, ну и урод. Так, ладно, значит... Значит, то не по сюжетке. Ну, я, в принципе, и рад, что не по сюжетке, блядь. Так. Теперь еще 9 слизей найти где-то, да? What the fuck, нигер? Ты что делаешь? What the fuck, нигер? Они еще и снова возродились. Ага. Откуда тут пауки? Понятно. Я должен отнести волос Гойла в туалет Плаксы Миртл. Там меня ждет Гермиона. Окей. Так, а можно как бы сохраниться, нет? Как бы спасибо. Да не наверх мне надо. А где все? Забавно, забавно. Так. Ладно, сохранимся. Сохранимся. И, наверное, давайте отсюда начнем. Я хотя бы проверю, будут ли глюки после бандикама или конвертации. И я вернусь. Давайте, ребят, не прощаемся. Короче, в общем, реально, это бандикам. Что-то выделывается, графические какие-то артефакты делают. Именно это не с видеокартой проблемы, а именно со сраным бандикамом. Так что он конченый урод. Вот что я вам скажу, этот бандикам. То есть чувак просто выпендривается. Хочу тебе артефакты, не показываю. Не хочу, не показываю. Короче, весело. Козёл он. Бандикам. Так, по-моему, комната тут. Да, должна быть тут. Это точно. Я достал волос Гойла. Отлично, приятель. Опять ты за свое? Не я, а ты. Спасибо. Гарри! Ох, какая гадость! Гарри, с тобой все в порядке? Да, все нормально. Иди в подземелье. Постарайся пробраться в гостиную Слизерина и найти Драко. Ладно. Удачи, Гарри. Все, играем толстячком. Но самый прикол в том, что, блин, в фильме-то они трое. Капец.
по-вашему? Я ничего не чувствую. Я ничего не буду говорить. Надо идти, куда послали. Подземелье. В подземелье, так в подземелье. Так, а где она вообще? Внизу, по-моему, да? Чё я вверх попёрся? Так. Вот и подземелье. Окей. Чистая кровь. Так вот какой у них пароль. Отлично. Теперь я смогу пробраться в гостиную Слизерина. Окей. Чистая кровь. Чего? Ага. Чего? И что это значит? Нам что, по сюжетке сюда? Так, ладно. Да ё-моё! Флипендо! Флипендо! Ну? А чё, по сюжетке сюда надо было или нет? Я чё-то немножко не понял. Так, подожди, а если я сюда не хочу? Всё, что ли? Ладно, допустим. Ну что, повеселимся, Гойл? Да, чувак, понятно, я не Гойл, но да ладно. Так, ладно, я проверю графические артефакты и снова вам вернусь отсюда же, дорогие дамы и господа. В общем, продолжим проходить дальше Гарри Поттера. Так.
Ага. Фриканду! Ага. Ну ладно, я-то думал. Так, стоп. А там чё, конфеты или ничего? Блин. Сорян. Так, а для чего мы здесь исправляли? А, окей. Чего? Ой, я походу понял, косяк мой. Я ж играю. Я уже давно играл в тайную комнату. Фрипенду. Чего? А, типа это должно залатать. Ага. Так, стопешечки, а. Тот сундук хрен мы получим, да? Ну и ладно. Фрипенду! Фрипенду! Так. Ох, ё, ты серьезно? Так, это по сюжетке или нет? В смысле? Да, иди нафиг. Стоп, а что тут? Что тут в натуре? И чё тут? А, сундук. Ещё я не один. Да ладно. Не зря перлись. Господи, такое чувство, как будто был оргазм у этого Гойла. О, да, типа я кончил. Ха. Так, ладно. Не будем отвлекаться. Thank you.
Ага, вот и гостиная. А, теперь типа пауки. Я не разговариваю со второгодками. Никто и не заставлял. Так, подожди. А, вот какой смысл. Тогда ладно. Тогда все понятно. Так, а там точно ничего? Ну да, ладно. Стоп. Или это еще не вся территория? Ты же не хочешь, чтобы мы позвали профессора Снега? Типа женский этот, что ли? Вот ты где, Гойл. А я тебя обыскался. Давай за мной. Знаешь, Гойл, я думаю, что Дамблдор хочет замять всю эту историю с нападениями. Если они не прекратятся в ближайшее время, его уволят, как пить дать. Святой Поттер, еще один друг грязнокровок. Никакой гордости. А еще говорят, что он наследник Слизерина. Хотел бы я знать, кто это. Я мог бы помочь. Ты, наверное, прикидывал, кто за этим стоит. Ну сколько можно повторять? Я ничего не знаю. Я знаю одно. Когда комнату открыли в последний раз, была убита девчонка из грязнокровок. Думаю, скоро ухлопают еще кого-нибудь. Хорошо бы Грейнджер. Ладно, Драко, я, пожалуй, пойду. Куда это ты собрался? Ну, в больничное крыло, да. В больничное крыло. У меня живот схватило. И мне нужно что-нибудь с этим сделать. Ну тогда иди. Не любоваться же мне всю ночь на твою перекошенную рожу. Так, окей. Ну тогда иди. Не любоваться же мне всю ночь на твою перекошенную рожу. Мишкандо! Такс. Еще раз хочу сходить в ту комнату, пока есть возможность. Игра нам позволяет это сделать. Отлично. Просто отлично. Так. Ты же не хочешь, чтобы мы позвали профессора Снега? Ты же не хочешь, чтобы мы позвали профессора Снега? Ты же не хочешь, чтобы мы позвали профессора Снега? Четыре охраняльщицы. Не хотел я воровать ваши трусики, а? Ну да ладно. В следующий раз. Хе-хе-хе. Надо выбираться отсюда. Только так, чтобы меня не заметил никто из слизеринцев. Если меня здесь увидит, кто знает, что тогда будет.
Офигеть, еще и сохранение. Тан-тан-тан-тан-тан. Да какого хрена, дятел? А может, с той стороны никого не будет? Так. Допустим, ты уходишь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не, чувак, ты никого не видишь, ведь правда ли? Воу! Хрена ты там делал? Надо. Отлично. Когда вернувшиеся с каникул ученики узнали о происшествии с почти безголовым Ником, в школе началась настоящая паника. Если уж призрака обратили в камень, думали ученики, никто не может чувствовать себя в безопасности. Первокурсники ходили по замку только группами. Они боялись, что поодиночке их легче будет заколдовать. Наиболее предприимчивые школьники развернули торговлю талисманами, амулетами и прочими защитными штучками. Тем временем Гарри выяснил, что Драко Малфой не является наследником Слизерина. Но если это не Драко и не сам Гарри, то кто же? Быстрее, Гарри! Сейчас начнется урок защиты от темных искусств. Опять этот Локонс. Но это же здорово. Профессор Локонс будет учить нас заклинанию Спонгифай. Пойдем, Гарри. Теперь профессор Локонс. Круто. Так, я, пожалуй, пойду куплю что-нибудь на очки. Что-нибудь на очки. Пожалуй, метлу, наверное. Так. Эй, Гарри, как насчет пак... А что у тебя есть? Нимбус 2001, лучшая метла, которую можно купить за деньги. Да, Гарри, ты настоящий ценитель. Эх, дружище, я все распродал. Загляни попозже. В смысле? Что ты распродал? Эх, дружище, я все распродал. Загляни попозже. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но... Я ж вроде потратил очки, разве нет? Привет, Гарри, поторгуй. А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Никогда не потускнеет. Ну да, еще и цена на них увеличилась. Так, а что это продает? Привет, Гарри. А что у тебя есть? Кора рябины. Без примесей и жучков. Да нафиг мне кора на рябины. А, то есть теперь нету.
Теперь типа халява закончилась. Привет, Гарри, поторгуем? Так, а может... Кто еще что продает? Так, 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 так. Надо подумать, где, что, когда. А, вот. Отлично, но... Здравствуй, хочешь... А что у тебя есть? Превосходная слизь книжных червей. Снеггу такая и не снилась. Так, раз. Два. Три. Даю слово, твоей покупке будет завидовать весь Хогвартс. Прошу прощения, но весь товар вышел. Приходи попозже. Ладно. Так, а как теперь в котле собрать каком? Ладно, в котле каком-нибудь соберем. Тут еще и ограничены эти покупки. Это холл первого этажа. Не обязательно критиковать и говорить. А что у тебя есть? Кора рябины. Только понюхай. Не, я не буду. Отказываешься от сделки? Ну, как знаешь. Я нюхаю кое-что другое, но тебе не буду говорить, а то самому захочется. Но это не кокаин. Это кое-что пошлое. Хе-хе-хе. Так. Мне б найти еще котел. А, точно, все нашел. Так. Вот он. Отлично. 17 зелий в самый раз. За этой дверью практикум по заклинанию скурж. Не туда пошел, бывает. Быстрей. Сюда, по-моему. Отлично. Скорее! Мы не должны опоздать на урок профессора Локонса. Что да. Ты имеешь в виду, когда говоришь «мы»? Иди в баню, попарься, Гермиона. Мелкая проститутка. Привет! Как насчет? А что у тебя есть? Слизь книжных червей. Покупай, ее очень мало. Спасибо за покупку. Не за что. Отлично, 18 зелий. Так. На этом, дорогие друзья, мы закончим. С вами был Денис. До новых встреч. Всем удачи. Ставьте лайки, приглашайте друзей. И всем пока.